Вчера здесь шли, вот так вот. Ну да, мы здесь и были. Да, вот это арка, Милен. В принципе. Так, ну что, идем, да, по этой? Что? А где? Ну, в магазин, да, туда. Два места? Вот тут какая пешеходная улица, тоже красивая. Где-то вот слева, вон он. Вот Тёма, слева. Нет, зачем? Вот слева. Он еще не видит. Ну что? Давай, давай, иди. Нет, пойдешь? Не пойдешь, конечно, будешь гулять? Пошли. Нет, нет. Ну мы тебя здесь подождем, что ты?
Находимся в азиатском ресторанчике. Заказали капучино. Как вот это называется? Слушай, а острая такая штука? Ладно, хоть я не стал совсем острую брать. Ну, уже скачанная, да, тебе сынок? Да, да. As a world heavyweight champion from 1970 to 1974, he was untouchable. In 1975, when he became a professional boxer, Matei Pavlov confirmed his class and won the European and then the World Championship. He was a unique personality in the boxing world because, in addition to the outstanding successes during his active boxing career, he also achieved outstanding results the coach of the Yugoslav national team at the 1984 Los Angeles Olympics, when, for the first time in history, under his leadership, the national team won 4 medals, 1 gold, 1 silver, and 2 bronze. Born on the 16th of November 1948, Matei Pavlov died 13 years ago in this time of day. It is the great team of science and красиво, да? Нравится?
да, да. Давайте хоть сувенир какой-нибудь купим, а, мам? Какой-нибудь сувенир отсюда, ну что? На память 50 лет, давайте какой-нибудь, я не знаю. Да? Не надо, спасибо. Открывашку можно купить. Ну, когда теперь я интересно смотрю, думаю, блин. Ну, то, что внизу, мне не нравится, а то, что наверху, нормально. Ну, а что, это... У тебя такой старичок уже есть на столе. Будет здесь на холодильнике. Вот здесь прохладненько, хорошо. Вот это наша песня. Конечно, ты что, давайте послушаем. Тоже мне, да, глупый детский глаза? Никогда бы не сказал, что я глупый. Глаза – это зеркало души. Старше. Я смотрю мне глаза. Мне вообще кажется, что по глазам мне взрослее. Мне вообще лет 25 всегда по глазам. Елена, вот ворота в старый город. Да не бойтесь, все, ну не, не это. Так, ворота дайте, я сниму ворот. Ну, какой-то большой, но это мальчик.
Ich mache ein Panorama. Ja. Не, ну вокруг пройдем. А зачем? Ну я хотел снять. Я вам вижу, меня я тоже, по сути, мы проходили там уже вечером. Там людей дофига. А зачем тебе? Ты уже снимал, ты что? Я не снимал тогда. У меня запись закончилась. Да что ты мне гонишь, ты снимал? Ну да. Что ты мне гонишь, ты снимал прям? Я в этот фотик. Ну пойдем круг сделаем, мы же недолго. Да. Что тут? Да ну там дело... людей много. Заодно посмотрим там гладиаторские бои, кстати. Ну, пошли. Да. Пошли. Не будет там. Нет, пойдем. Пошли с другой стороны тогда. Ну пошли с другой стороны, мы же не ходили с другой. А я хотел, знаешь что, с другой бойти и туда, к этому, пройти. Че, по парковке, что ли? Не, зачем не по парковке, а вниз хотел спуститься там туда. Километр. К речке. Ой, к морю, к речке.
Thank you.